Привет, как дела? Вчера у нас в Петербурге открылась Икея после пандемии, и мы с моей подружкой решили поехать на машине. У нее есть машина, мы сели и поехали практически к открытию. Она открывалась в 10, а мы приехали туда к 11. Что мы там увидели? Море народу. Реально, очень много людей стояло в очереди. Специально ограниченная такая была территория для того, чтобы люди змейкой заходили, вот так вот проходили мимо одного звена, второго, третьего, и запускали туда где-то по 50 человек раз в 5 минут. Ну, то есть дозировано так. Мы простояли минут 40 и наконец-то зашли в Икею. Сходили в туалет, и я для себя отметила такую интересную фишку. Они ограничили использование раковин. То есть раковины работали через одну, и там написано, для того, чтобы соблюдать дистанцию, мы отключили эти раковины. Так что так, было интересно, мы там с Женькой тоже пофотографировались. Я хочу! Ты волос раздувай. Давай. Они стоят, погоди, вот там включилась, выключись. Ну как ты? Сюда. Потом мы пошли уже в зал и начали смотреть. Ей нужен был диван, мне комодики. Но я, в принципе, знала, что комодиков, которые мне нужны в коридор, узенькие, в 30 сантиметров глубиной, я там не найду, там минимум 40 сантиметров, а это уже широкие комоды, мимо которых я уже в коридоре не смогу пройти, не посшибая их. Да, вот такие вот у меня веселые питерские будни. Так, подожди, мы тут еще сейчас постоим. Видишь, тут расчерчено дистанцию, соблюдая, говоря. Только мы помаши маме ручкой. Только мы дистанцию соблюдаем, остальные ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну так, в принципе, мне ничего и не надо. У меня уже практически все есть в доме. Интерьер оформлен так, как мне нравится. Единственное, что осталось купить комодики, подвесить еще те люстры, которые мы купили в Леруа. В общем, еще есть кое-какие дела. А так, в принципе, все практически есть, все готово. И по магазинам я хожу просто для того, чтобы получить какой-то эмоциональный заряд и посмотреть, как нынче оформляют шведские декораторы новые европейского стиля комнаты. Вот. Что мы там увидели, я вам показываю. Смотрите. Thank you.
типично английский. Такой чайничек интересный. Наливать крюшон пинс, если помните, я рассказывала. Ну что такие стоят, интересно. Самоварчики. Для маленьких есть кухонка. Даже пицца. No Wi-Fi. Классная картина. Место для отдыха. Глубине такая кроватка. Воды отделено что-то интересное. Розовый с зелененьким. Кружки с тарелками, картошечки, пикничку. Помимо этого, там начались со 2 июля распродажи, и они закончатся аж 29 июля, то есть все успеют. Пожалуйста, люди, не ходите в Икею в выходные, там будет столпотворение. Постарайтесь выделить для этого будний день, тогда вы в очереди простоите, ну, максимум час. Ну, может быть, скоро вообще эти очереди рассосутся. Какие букетики со свечками, красиво смотрятся. Нужно на камень такие. Что тут вообще? Какие-то машинки появились, посмотри. Всем все проблемы, однако. Смотрела для себя, опять же таки, в прихожую, в коридор зеркало, которое должно висеть, ну, в моем представлении, должно висеть над этими комодиками, которые я когда-нибудь куплю. И там это зеркало висело на таком, на темно-синем фоне. Я подумала, может быть, мне тоже в темно-синий фон покрасить коридор, сделать белоснежную отделку. И вот так вот получается очень красиво по-европейски.
Ну, как бы я все стараюсь оформлять у себя в квартире по европейским стандартам, по английским традициям. И купила себе вот такие коробочки в шкаф. Ставить там постельное белье, полотенчики, складывать все. Стоили они 279 рублей. Сейчас они стоят 149. Поэтому 8 штук по 150 рублей я купила. И очень довольна. 1200 потратила, больше ничего не покупала. Мне больше ничего не надо, потому что у меня все есть. И в Икею я хожу только для того, чтобы посмотреть интересный дизайн и применить это у себя как-то дома. Вот такой у меня интерьерчик.